Ехал практически к речному вокзалу, но дальше движения нет, тут уже все закрыто. То есть там уже подтапливает тоже. Здесь тоже трубопровод с канализацией воду откачивает. Вот этого не было, когда я гулял тут. Собрали. Тогда он еще был в проекте. Если не удается переорать, ну извините. Ну, сейчас вернусь к ветрякам в воде, впрочем, дизайнерским изыскам. Это вот я за хлебушком ходил. Ну, сделал вывод, что обратно возвращаться мне все равно неудобно, потому что автобус останавливается, ну, мягко говоря, на другом берегу, да? И мне придется грести, мне проще зайти с этой стороны. Ну, и плюс, конечно, картинка идеалистическая такая. Почему бы ее не показать? Подтопленные причалы, там все остальное, ветрячки в воде, то есть такой сюр. Дырку тут до сих пор не сделали, да, как хочется прийти с ножницами, проковырять дырку, чтобы снимать с удобной точки. С вами Юрич, Комсомольск на Амуре, понедельник после потопа и выборов. Ну вот. Пожалуйста. Да, уже вода зашла на пирс. Ну, я показывал, да, вон. То есть это никаких не 20 сантиметров, как рисуют. Вон она. Вон видно на пирсе. Это на полметра, на 60 сантиметров прибыло. Вот они, ветрячки. В воде стоят. Аллея такая, дизайн. Ну и пошел я туда. Сюжет сделать покороче. Солнце уже вот садится. Сейчас темно будет. Вот этот весь порнографический недострой. Вон там вон куча я показывал. Раскопанную. Вот весь этот недострой порнографический. Вот она. Вот как красиво. Что нам наследство достанется от Веры? Вот это шиза. Вон там вон труба. Видно в конце, тоже с нее льется уже бешеным потоком просто. И тут коммерсы из последних сил бабки заколачивают, то есть стараются. Хотя по-хорошему это все закрыть надо уже. Мало ли электричество, что-то вещь коварная, заземление. Коротнет, трахнет кого-нибудь током насмерть, детишек. Ну, как вы знаете, здесь деньги первый приоритет, да, поэтому вот он. Ну, то есть все. То есть разночтение с официальным сантиметров на 60, да, что показывал официальный канал. Ну, сейчас я сделаю трансляцию. Просто. Еще чуть-чуть покажу. В прямом эфире. На растущей луне это все не остановится.